Девчонки, продолжаем, или привет всем, влог. У нас сегодня такая погодка, холодненькая, но солнышко светит, это так здорово. И мы приехали с Максом в ДНС, в подкову мне нужно. Наконец-то досточку себе куплю, вот. И в Пятерочку хочу еще зайти, там посмотреть, что есть. Но первым делом сюда иду, в подкову, где вот эти всякие, знаете, посуды, масуды, туда иду. А Макс пошел в ДНС, сейчас к нему тоже пойду. Мне надо срочно купить лампу. Я как блогер без лампы, как без рук. А моя сломалась. Так что идем. Прикольные. Голубенькие были бы. Тоже есть серый кофе, чай. Кофе, чай. Тоже ничего. Кофе. Для сахара. Только для сахара. Эти классные, кстати, для сахара. Он красивый, какие. Интересно, они пахучие. Такую, наверное, возьму. Хорошая, большая. Все, купила вот эту большую досточку. Иду в подко... этот, куда я иду? В ДНС. Смотрите, какие горы у нас снежные. Все в снегу. Кайф. Солнышко светит. Обалденно. Ура, ура, ребятушки! Пришла моя долгожданная посылочка, которую я ждала давно и сделала себе подарок на Новый год. Это товары от Даджет. Помните, у меня был фен? А еще сейчас я заказала себе швабру. Да не просто швабру, а электрошвабру. Ребят, это бомба. Я ее тестю уже где-то, наверное, неделю. Она просто стала палочкой-выручалочкой в моем доме. Сейчас немножко вам про нее расскажу. Это беспроводная электрошвабра с системой самоочистки Reclean M10. Она выполняет сразу две функции. Уборка пыли, грязи, мелкого мусора и мытье поверхности. Сейчас мы ее с вами распакуем. Я вам покажу, что идет в комплекте с ней. И еще благодаря наличию станции самоочистки нет нужды вручную очищать электрошвабру после уборки. Ну, это крутяк, правда же? Так, смотрите, сейчас мы ее с вами распаковываем. Я вам немножко покажу. Вот станция, вот, про которую я вам и говорила, станция самоочистки. Благодаря наличию станции после уборки нет необходимости вручную очищать электрошвабру. Представляете, это крутяк какой. Для того, чтобы автоматически очистить электрошвабру, достаточно просто установить ее на станцию и нажать на всего одну кнопочку, которая находится на ручке швабры. Я в конце видео вам обязательно это тоже продемонстрирую. Смотрите, какая она стильная, красивая, модная и очень подходит к моему, мне кажется, антуражу моей квартиры. Правда, она крутая, вписывается просто идеально, она беленькая. Это ее комплектация.
А сейчас хочу вам продемонстрировать. Вот валик, видите, беленький, это валик. Его нужно обязательно замочить в теплой водичке. Вот, видите, в ведро, в тазе, куда вам удобно, ставите, замачиваете. Он должен быть такой, знаете, набухший. И вставляете его в швабру. Вот сюда наливаете водичку, в эту станцию водичку и немножко чистящего средства. Ну, любое, какое вам нравится. И добро пожаловать в чистый дом. И начинайте пылесосить, убираться, мыть. Я не знаю даже, как назвать этого. Это супер крутое. Для меня это супер крутая находка, действительно, девчонки. И еще немножко хочу рассказать, почему, допустим, не мойщик-пылесос. У меня он есть, вы знаете. Но все-таки расскажу прямо вот сейчас, наверное, вам, почему швабра лучше. Швабра лучше тем, что она, конечно, более качественно осуществляет уборку. Прямоугольная ее форма. Форма. Она может залезть в любую, в прямоугольную, знаете, вот особенно под столом, где-то там вот под креслом, под диваном. То есть препятствия ей не страшны. И у нее низкий профиль, то есть она может быть везде задействована, даже под кровать может, ну, вот, войти и помыть там. То есть ключевые преимущества этой швабры – это комплексная уборка пола, наличие системы самоочистки, вращающийся ролик. Вот. Питание от аккумулятора, качественная уборка даже в труднодоступных местах. И, конечно же, для нас, девочек, это экономия времени. Девочки, это реально крутая штучка. И когда вы попылесосили, ставите на базу швабру и нажимаете кнопочку. И она самоочищается. Она выключается. И смотрите, сколько мусора она собрала. Вы представляете? И это я еще слегка вам для вас показать, чтобы, да, слегка совсем помыла полы, девочки. Это бомба. И после уборки, конечно же, ставите ее на зарядочку. Она стоит полностью, зарядиться она может за 2,5 часа. Девчонки и мальчишки, это класс. Ссылочка внизу будет в описании. Так, ну что, девчонки, мы уже приехали в Апельсин. Приехали в Апельсин, там в ДНСе хотела планшет посмотреть, Алису, но там ничего нету. Смотрите, какие красивые у нас тут ларьки. Вот, я, короче, сюда приехала. Сейчас пойду в гастроман схожу. Блин, какая красота вообще. Тут такие ароматы офигенные. Так вкусно пахнет. Всякими приправками. Смотрите, сколько приправ. Вообще, выбор огромный. Чаи. Представляете, да? Масштаб. Ага. Все, что хочешь. А я иду в гастроман, хочу купить эти, их валуны, или как они называются? Для бутербродов. Здрасте. Мясо краба. У них, кстати, нету, интересно, мяса не краба, а этого рака. Так, а что, их нету, наверное? А, вот они, вижу, тарталетки. Возьму, наверное, парочку. Такие вкусные. Девочки, купила какую-то вкусную пасту, сегодня буду готовить. Называется папердели. Папардели. Папардели, папердели. Вот такая вот. Где-то Макс говорит, все для дома открылось. О, пойду смотреть. Классно. Какой-то у нас новый магазинчик, нифига себе. Сейчас посмотрим, что-то прикольненько. Новенькое что-то. Сейчас. Классно. Такой выбор, кстати, прикольный. Вообще классно. Очень прикольно, слушайте. Смотрите, какие-то тарелочки. Нифига себе. Классный магазин.
всякие статуэточки. Я сейчас тебе точно что-то куплю. Зайцы прикольные. Я хотела, кстати, вот типа такого, какую-то статуэтку себе на кухню. Какой красивый. Какой магазин классный. Вообще. Смотрите, сколько всего. Девочки, смотрите, какую красивую нашла, с какой светильник я нашла, шикарный. Вообще, мне прям подходит серебристый. Сейчас похожу, может, возьму. Сколько всего здесь красивого, вообще шикарного. Смотрите, какие красивые рамочки. Так, рамочки, я хотела рамочки. Я сейчас возьму на, знаете куда, на камин. Серебро, вообще шикарно. Мне еще, знаете, кружки понравились вот эти. Как вам? Для кофе. Помните, я хотела? Вот такие. Чайные. Они чайные, но мне кофе пить. Мне кажется, прям очень классные. Вообще красивые. Сейчас, наверное, возьму. Кайф. А вот смотрите, какие красивые. Какая красивая штучка. Смотрите, вообще шикарная. Орешки насыпать туда что-нибудь. Вообще как красиво. Кружки для кофе. Есть в розовых, смотрите. Какая красота. Слушайте, какой магазин шикарный. Даже не знала, что у нас такое есть. Вот для кофе, смотрите, голубенькие. Вот голубенький мне подойдет. У меня для кофе нету кружек красивых. Сейчас себе подарки, короче, буду делать. Набор. Смотрите, какой камин тоже классный. Вообще. Я хожу прям не налюбуюсь. Сейчас. Там я хочу. Я просто в раю. Просто тут я бы все скупила. Девчонки, ценник вообще адекватный. Я вообще не пойму, откуда этот у нас такой магазин классный. Вообще. Все настолько. Ценник вообще недорогой, я сказала бы. Прикольно. Ты что хочешь есть? Шикардосно. Наборы посуды. Тарелок, какой выбор. Смотрите, какие красивые тарелки. Под мою эту. Наборы посуды. Блин, тут надо без Макса приезжать. Очень красиво. Смотрите, какая красивая штучка. Наверное, возьму. Так, ну что, мы приехали домой, ребятушки. Сейчас буду показывать, что купила. Но, наконец-то, самое главное, я купила себе лампу. Лампу, блогерскую лампу. Тёма, здесь... Илюша, здесь можно 3 телефона сразу ставить. Так что кайф. Теперь я буду вам снимать супер крутые влоги. Девочки, я себе сделала подарочки. Сейчас я открывать буду вот эту красоту. Вот эту красоту. Ну, сейчас Илюшу отправлю в школу. Знаете, коробочки. Короче, сейчас буду открывать. Девчонки, наконец-то я себе купила классную досточку. Досточку, доску, гладильную доску. Я так давно хотела поменять. У меня та старая была, дряхлая, уже такая измученная. А я купила вот такую, смотрите, стеляжную, черную, кайфовую. Вот в этом магазине, в котором я сегодня была. И стоит она вообще недорого, 3 с чем-то. И посмотрите, какая эта серенькая, как раз мне под мою спальню подходит. Классная доска, смотрите.
высокая, хорошая. Сейчас мне осталось купить еще парогенератор. Я хочу, потому что у меня плохой утюг. Вообще плохой, прям сильно плохой. Вот, и, короче говоря, утюг мне надо новый. Этот у меня такой уже, повидавший виды. Вот, так что сейчас буду показывать дальше, что я купила. А, девчонки, тут не смотрим бардак, я еще утром уехали быстро. Купила Илюше подарок с Тёмой. Зашли, купили все-таки вот эту станцию. Я так подумала, что все-таки возьму им, пусть будет. Потому что меня девочки убедили, что она как бы не отвечает на глупые вопросы и будет помогать. Иногда, знаете, по английскому вопрос задать, что-то задать. Короче, вот такой вот подарок будет у них под елкой на Новый год. Купила Алису. Вот такую. Сейчас как раз Илюша в школу ушел. Запаковать ее надо и убрать. Смотрите, какая красота. Девчонки, это очень красиво. Прям хочется пить кофе. Вот, смотрите, как ракушки. Оно ассоциируется с морем у нас, да? Девчонки, я так хотела вот такие вот под кофе, чтобы они были красивые, крупненькие, не сильно большие. И получается их 6 штук в наборе. 6. Вот. Ну, красивые, очень красиво. Тут тоже, видите, как красиво. Жалко то, что не видно жемчужинок. Вот в этих, видите, когда насыпаешь, тут же тоже жемчужинки везде. Вот, видите? Класс. Красиво, очень красиво. Так что приходите на кофе, будем пить кофе. Шикарно. Тимончик пришел, лимончик. Как тебе кружечки? Красивые? Вообще, да? С бриллиантами, видишь? Но тебе больше конфетки нравятся, да? Как дела в школе? Нормально? Я, мама, лампу себе новую купила. Досточку купила. Ну, снимать. Вот эту снимать, видишь? А? Нет, это новая. Девочки, такая лампа классная. В ДНСе взяла. Вообще офигенная. Сейчас будем с вами снимать ролики. Нет, нет, Тёма, она прям такая упругая, не то что та. Отличается. Тимона, сопли пошли. Да, Тимон? Девочки, так, ну что, я уже разобрала вещи немножко. И этот, варю кофе себе. Как я могу не попить с таких красивых кружек кофе? Просто обалденные кружки. Шикарные. Слушайте, что за магазин? Я даже забыла посмотреть, как называется. Но я туда точно поеду, спокойно похожу. Я хочу еще себе... Мне там понравились торшеры такие красивые в спальне. Но это уже потом, после Нового года. Потому что и так, знаете, сейчас так растраты такие с этим Новым годом. Ну и что уж рассказывать, вы сами знаете. Вот, так что буду сейчас пить кофе с новых кружечек. Вот. И качество такое неплохое. Сегодня, наверное, буду пробовать вот такие макароны, что я купила. Вот, купила вот эти вот. Я всегда их беру на Новый год или на какое-то мероприятие. Это называется как валуны слоеного теста. Знаете, вот можно самим делать. Ну, все равно они очень вкусные, у меня такие не получаются. Я, знаете, как делаю? Творожный сыр сюда, красную рыбку. Можно даже оливье сделать и положить внутрь. Будет красиво. И, наконец-то, у меня вот такая дубовая, классная, я имею в виду деревянная, тяжелая досточка. Потому что, девчонки, блин, мне ее тоже не хватало. У меня одна доска и все. Короче, взяла. 2000 она стоит, но она хорошая. А то сейчас впереди вот эти салаты, всякие малаты, мне резать, а у меня нету. Кстати, сейчас заказала этот доставку на дом. Такие, зашла в Пятерочку там, хотела что-то взять. Девчонки, там такие цены в Пятерочке, что-то мне вообще ничего не понравилось. Я заказала с нашего гипермаркета, я заказываю все. И там по акциям много чего заказала, рыбу красную. Потом креветки заказала. Все по акциях. Прям вот реальная акция. И мне что нравится, я туда списываю эти бонусы, спасибо. Вот у меня почти 1000 бонусов и скидка. То есть тоже, знаете, как это классно. Так что я не стала даже ничего покупать. Так, 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 сейчас кофе выльется. И, короче говоря, я сейчас мне все привезут еще и домой. Вообще здорово. Вот, я прям так люблю этот заказывать. Яйца заказала уже к Новому году. Ну, сейчас покажу вам, что я заказала. Ой, какой кофе, класс, красота.
Красотища просто. Просто красотища. Прям очень нравится. Смотрите, как красиво. Девчонки, идемте кофе пить. А то мне одной скучно. Ой, как вкусно пахнет. Мама все-таки вкусный мне кофе привезла. Обалденный. Так что вот так. Сейчас ждем доставку. Так, ну что, девчонки, приехала моя посылка, которую я заказывала. Так, пойдемте разбирать пакеты. Как удобно, слушайте, привезли, домой подняли. Ходить не надо, бродить не надо. Вообще супер. Давайте я буду сейчас на стол, наверное, выкладывать и рассказывать. Так, ну что, девчонки, заказала вот такие креветки. Сегодня, наверное, пасту прям сделаю, одну из них. Я уже показывала, что они очень вкусные. А Максу свинину достала с мясом потушу. Так, это я на салат как раз будет у нас Цезарь на Новый год. Да, батон. Взяла гречку, рис, чтобы было. Кого? Это суфле. Так, взяла ричи, сок по акции. Дальше. Вот такие на Новый год девочки взяла с зеленью. Так, батон взяла. Взяла вот такие тоже на Новый год рыбки. Маленькие кусочки, конечно, надо было еще бы. Но я, может быть, мы поедем, я еще сами засолим. Но это так, на бутерброды, знаете, на этот сделать вот тарталетки. Так, творог. Творог. Вот это офигенно вкусная картошка. Беру вот такой пармезан, когда делаю креветки. Вот с этим сверху пармезаном очень вкусно. Максу взяла на Новый год маслины без косточек. Взяла одну баночку, потому что кроме Макса их никто не ест. Так, дальше. Что я еще взяла, девочки? Девочки, девочки, припевочки. Так, взяла яйца. Сейчас буду распаковывать. Взяла сразу две упаковки. Вот мои любимые, самые лучшие яйца. Не знаю, я прям... Мне очень они нравятся. Так, дальше, что я тут взяла? Девочки, все по акции, кстати, брала. Взяла вот такой, такую фасоль. Я хочу сделать потом салат с куриным филе. Я вообще очень люблю с фасолью салаты. Давно уже такие не делала, майонезные салаты. Вот, взяла вот эти огурчики. Может быть, оливье. Хочу, наверное, если раковые шейки не найду, буду делать оливье с говядиной на Новый год. Взяла вот такую кукурузку. Взяла горошек, девочки. Сразу привезли мне все, чтобы, знаете, я потом не лазила, не искала. Сок был по акции, тоже взяла. Ричи добрый взяла. Взяла, значит, с черного хлеба тоже сделаю бутербродики. Дальше. Вот такие вкусные помидорчики взяла. Взяла сливки. Вот такие. Так, дальше, что еще здесь у меня? Так, здесь я взяла ласку, вот такую для черного. Взяла вернель, по-моему, я уж не помню. Да, вернель взяла, вот этот пахучий, белье буду стирать сейчас. Ой, перед Новым годом. Вот такое взяла. Так, что тут у меня, скотч, подарки запаковывать. И взяла вот такие классные пакеты, девочки. Сейчас туда буду подарки складывать и под елку ставить. Такие красивые, видите? Во. Потому что я сегодня пыталась запаковать, но что-то у меня как-то руки не из того места, видимо, растут. Не особо получилось. Вот так вот мы заказала я. Так что сейчас буду готовить ужин и прятать все в холодильник. Ну что, вот и пригодились кружечки. Приехала моя кумушка дорогая. Мы сейчас с ней будем пить вкусный кофе. Таня, смотри, мои какие красивые тарелочки. Она мне привезла, смотрите, конфетки. Привезла кумушка мне мартини. Балует. Я надеюсь, ты приедешь ко мне без машины после Нового года или когда? Не вариант. Не вариант? Ну что, классное было представление? Да нет, не особо. Не особо? Ну давай, кофе. Понравилось, да? Кушать будешь? У меня есть, знаешь, что? Окрошка. Нет, я только покормила Марию, сама поела. Красивые кружки? Очень кайфовые. Прям, и смотри, да. Вот это тоже. Его тут нету. Нету? Ищи. Он, может быть, в шкаф спрятался, Мария. Он девушек редко видит, прячется.
Слушай, ну правда красиво. Красиво, скажи супер. Набор прям шик. Прям супер. Ну что, ребят, будем заканчивать влог. Мы так с кумушкой хорошо выпили кофе, что я теперь боюсь вообще, засну я на ночью или нет. Вообще на меня кофе влияет очень, не очень хорошо в плане того, что я сплю плохо. Но мне так хотелось кофе, я очень люблю кофе, но я редко себе позволяю, все, короче, выпила. Вот, так что, девчонки, на сегодня все. Кстати, мне так нравятся тени. Я купила новые тени, на Рутуб выставляла ролик, ссылка внизу в описании, можете зайти посмотреть, классные тени такие. И мне нравится, что они вообще не сыпятся. И, девчонки, завтра я наконец записалась на ботокс. Завтра я иду делать укол вот сюда. Я надеюсь, вот эти заломы пройдут, но не знаю. Я впервые пойду на ботокс. Вот, короче, вот с этим бороться. Очень хочу ровный лоб. Короче, девочки, завтра иду, сниму вам ролик. Впервые делаю ботокс. Вот, сниму на Рутуб, наверное, выложу. Так что ссылочка на мой Рутуб внизу в описании. Вот. Так что завтра иду. Вот, на сегодня все. Мы уже укладываемся, смотрим какое-то... А, я включила кино, знаете, как называется? «Мать моего сына». Вот, вроде ничего, так начало вроде интересное. Вот, так что всех люблю, целую. Пока-пока.